Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре оптический прицел от компании Discovery. Это VT-R4/16/40 в привычном нам цвете. Черный оптический прицел от компании Discovery, да. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. Три этих несложных действия очень сильно помогут нашим видео в продвижении, и мы будем бесконечно вам благодарны. Мы на вас надеемся, потому что мы для вас стараемся. Возвращаемся к обзору. Поставляется прицел в такой коробке. У прицела, само собой, есть крышки. Тут обычная вот такая вот пластиковая крышка. Ее можно и вовсе снять, и, да, скорее всего, вы ее снимете. Но это ладно, это уже вопрос личный. Помимо этого, здесь тоже есть крышка, но она вот резиновая. Идем далее. Микрофибра, чтобы оптику протирать. Вот такая вот карточка, на которой есть все характеристики данного оптического прицела. И это же спецификация. Все правильно на английском, но здесь все довольно-таки понятно. С инструкцией несколько сложнее, которая тоже опять же на английском, но перевод по фото сами знаете уже. И, конечно же, переходные кольца. Отличного качества от компании Discovery. Хвалить их могу я долго, но делать этого не буду, ведь мы с вами здесь собрались не ради колец, а ради оптики. Ну что ж, давайте посмотрим, что же там за сетка, есть ли тут подсветка, даже рифма получилась. Короче, посмотрим на него поближе, погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Прицел изготовлен китайской компанией Discovery. Материал корпуса алюминий, длина его 317 мм, вес 456 грамм. Диаметр линзы объектива 40 мм. Рассматриваемый прицел Discovery имеет расположенную во второй фокальной плоскости баллистическую прицельную сетку MilDot. Итак, подсветка. Да, у данной модели есть подсветка, и она двух цветов. Один из которых красный, а второй зеленый. То есть, собственно, есть из чего выбрать. Для того, чтобы ее отрегулировать, нужно воспользоваться барабаном, который находится на левой стороне корпуса. У каждого цвета есть 5 уровней интенсивности. И да, что самое главное, и, конечно же, это всегда приятно, батарейка идет в комплекте, поэтому докупать ее не нужно. Купили, и уже все у вас светится. Для диоптрийной отстройки нужно воспользоваться барабаном, который находится у основания окуляра, а благодаря повороту этого вы сможете менять кратность оптики. Посадочный диаметр у данной модели 25,4 мм. Для отстройки параллакса нужно воспользоваться барабаном, который находится у основания объектива. Для настройки регулировки расположения прицельной сетки нужно воспользоваться барабанами, которые находятся на узле управления, где верхний отвечает за смещение по оси Y, а правый за смещение по оси X. Шаг регулировки поправки 1/4 МОА. Кратность в данном прицеле от 4 до 16, и да, он заполнен, конечно же, азотом, что говорит о том, что запотевать при перепаде температур у вас он не будет. Помимо этого, да, прицел оригинальный, это не реплика, не копия, не еще что-то в этом духе. Оригинальный действительно китайский прицел от прекрасной компании Discovery. Ну, если вдруг сейчас у вас возник вопрос, а где же его купить-то, он мне нравится, так а давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный оптический прицел подходит к концу, и, друзья, ну, что же я могу сказать. Если сравнивать оптику от компании Discovery с какими-то более известными брендами, например, Markul, да, как вариант, я могу сказать с уверенностью, что оптика от компании Discovery не уступает Markul просто ни в чем. Но если же сравнивать данную оптику и вовсе с какими-то более премиальными оптическими прицелами, например, японскими, то которые могут стоить и в 3, и в 4 раза дороже, то и здесь оптика от компании Discovery им тоже особо-то не проигрывает. То есть, но разница в цене, она, я думаю, достаточно очевидна получается, если уметь хоть немножко считать. Короче говоря, оптика от компании Discovery действительно та самая оптика, которая себя зарекомендовала. И если по первости к ней могли относиться с какой-то некой опаской, то со временем, когда люди уже проверили ее не единожды на практике, в разных абсолютно условиях, убедились в том, что она своих денег стоит, и это отличный, а просто прекрасный вариант по соотношению цена-качество, то все, здесь опаски пропали, и сейчас люди просто покупают их, пользуются с удовольствием и оставляют, конечно же, положительные отзывы. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам оптика, или же задавайте свои вопросы. На все, конечно же, ответим все там же в комментариях. Я же с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и
До новых обзоров!